Я когда зашел, я ведь не сразу же подключился, то есть я зарегистрировался, но у меня на это ушло еще 2,5 месяца. Конечно, у меня не было сомнений по отношению к Юре, потому что я его уже знаю достаточно давно и знаю, в каких проектах, во всех проектах, где он есть, все эти проекты успешны. Но для себя я все-таки хотел, для того, что мы же как, мы всегда переживаем за своих людей, потому что я же буду приглашать своих знакомых, друзей, а у меня их, слава богу, много по миру, и я в свое время тоже более 50 стран объездил. И поэтому мне нужно было прежде всего полностью быть уверенным. И когда я делал запросы, это получилось так, что я связался со службой поддержки. Это значит, но на то время они меня позволили все-таки связаться с юридическим отделом, и причем я получил все соответствующие документы. Но моя ошибка была в том, что я эти документы не внес в отдельную папку у себя на почте. Так как у меня на почте постоянно приходят письма, а они у меня, знаете, там в настройках я сделал, что до 200 писем это каждый месяц, чтобы было стерто у меня, не переполнялась эта почта. И я сделал большую ошибку. Сейчас, конечно же, я новый запрос им под это дал заново запрос. Я сказал, все дело в том, что те документы, которые вы мне прислали, у меня не сохранились, так как я не поместил их в отдельную папку. Прошу вас прислать мне снова это же подтверждение. Вот сейчас я жду ответа от них. Они сказали, в течение 48 часов они мне должны дать положительный ответ. Какой. Поэтому непосредственно я сейчас ожидаю повторных этих документов. Но когда я проверил эти документы, плюс учитывая, что у меня отец один из высокопоставленных все-таки лиц в Англии, и он сам преподает еще квантовую физику в Оксфорде. Он все-таки известная личность была еще во времена Советского Союза, Али Мамедов. Этот на то время, я еще помню, еще был ребенком, когда создавали вот эту водородную бомбу, это с Сахаровым тогда они работали вместе. Вот, соответственно, мой отец мне в этом еще тоже это помог непосредственно. И он после того, кстати, как он это узнал, это все, он же сам зашел. Он же его это заинтересовало, и он сам зашел еще за мной. И прикупил тоже один из больших пакетов. Вот. И поэтому сейчас, вот на данный момент, у меня нет сомнений, почему, что этот проект долгосрочный, потому что в соответствии тех запросов, которых я это подавал, и плюс получил соответствующие ответы, у меня уже все сомнения отпали, потому что обычно, если бы была бы какая-то компания некомпетентная, она бы не согласилась бы мне это прислать, все эти документы, потому что обычно такие компании вот некомпетентные, они не присылают такие подробности. А именно тогда я получил все подробности, которые меня интересовали, причем безоговорочно. То есть не было ни одного пробела, которого бы я оставил бы. Поэтому на данный момент я дал заново запрос, потому что меня попросили еще несколько очень серьезных людей, чтобы им прислать, значит, соответствующие документы для подтверждения, потому что эти люди будут заходить на очень приличные суммы. И поэтому сейчас вот я повторно это подал запрос, вот 2 дня назад я повторно дал запрос. Окей, Габриэл, такие документы может запросить любой желающий или только тот, кто Нет, обладает нет, юридическими какими-то полномочиями? только юридическими это полномочиями, и это на международном. Именно юристы-международники, они имеют право подавать запросы на такие. Я послал это свой мандат, соответствующий номер. Они это все это, конечно, проверили, и только после этого мне прислали тогда все документы. Понятно. И я так понимаю, тебе эти документы передаются без права публикации где-то или как? Или Да, все-таки... без права публикации я должен был подписать это соглашение, и тогда вот я вот получил. Конечно же, меня это очень удивило, потому что такие подробности действительно не всем дают, не всем, это не каждому дают. Ну, конечно, там еще мой отец посодействовал тоже при его-то должности.
Сейчас он хоть и на пенсии, но все равно 4 раза в неделю преподает в Оксфордском университете. Mavi Global получил документы, да? Да. На Но, фото. Виталий, ты же можешь тоже, ты же в Дубае. Вот, Владимир, попроси Виталика, пускай он достанет, какие документы тебе надо, и потом ты на своих семинарах, тренингах будешь показывать. Я предлагаю в июле месяце, в следующем году, для всех наших даймондов сделать такой вот ретрит даймондский в Словении, там, где офисы Mavi Global компании. Там будет как раз... Отличная идея. Даже сделай это в июне. В июне надо сделать. В июле будет очень жарко там. В июне надо сделать это. Поговори с Клеменом. Выберем время, и там сделаем семинар для даймондов, и все даймонды пойдем в офис компании. В офис. Все компании Доброе это делают. Суток, уважаемые мужчины. Можно я задам вопрос Габриэлю? Давайте. Габриэль, Да? можете хоть один вопрос сказать, который вы задали компании, и какой вы ответ получили на него? А вы можете представиться, как вас зовут? Да, меня зовут Амина, моя фамилия Джусупова, я из Астаны, Я Казахстан. понял, я помню. Очень Да, приятно. Габриэль, отвечаю. Да, все дело в том, что когда я подал запрос и сказал причину, почему мне нужны эти документы для работы именно с командой, с которой я уже работаю это несколько лет, и плюс вопрос, который у меня был в соответствии, прежде всего, мне нужны все, значит, соответствующие подтверждения открытия компании. Но, в принципе, компанию можно также проверить на специальных сайтах. Это также обычно никогда некомпетентные компании туда просто-напросто не попадут на эти сайты. Но это тоже для меня было этого мало. Поэтому, когда я задал вопрос, что так как я буду работать с большой аудиторией людей, мне нужны все соответствующие документы. Первый документ, который о регистрации компании, это прежде всего, где она проходила регистрация, это была Англия все-таки. И в соответствии, а так как в Англии у меня это очень много друзей, я же первых 12 лет я жил именно там и работал это в своей профессии. То есть я там и учился, и как раз-таки продвигался в этой области. И когда я просто-напросто запросил у них документы, я должен был подтвердить еще свои документы, соответственно, это что на основании юриста-международника. И я получил этот документ со всеми штрих-кодами, потом это подтверждение там, значит, аудиторской еще конторы, которая это просто-напросто это проверялось, это ведь не один месяц, прежде чем компания запустилась, на это ушло около 2 года 4 месяца. 2 года 4 месяца. Это все было подтверждено и аудиторами. В общем, все соответствующие документы, которые мне нужно было для этого. И, конечно же, уже тогда у меня отпали все сомнения по отношению именно к этой платформе. Спасибо большое. Друзья, я добавлю вам из опыта. Очень правильные ответы дал Габриэль, показал по документам. Но я вам могу рассказать, что большинство ваших людей, которые просят документы, им нужно всегда не документы давать в ответ, а задать вопрос. Скажи, если я тебе дам ответ по юридической части и покажу документы, которые вот можно было бы найти, ты будешь работать или нет? Начните с этого, а не бежать искать бумажки, показывать каждому человеку. 90, тут большинство людей работает и понимает, что компания работает в таких условиях, и этого достаточно, чтобы сейчас выплаты получать, двигаться, продвигать новые продукты. Поэтому всегда задавайте людям остальные вопросы. Какая у него цель в этом проекте? Сколько он денег хочет заработать? И потом только начинайте суетиться по поводу документов. Тогда вам будет легче работать. Global Star Club.
Возможности безграничны.